хорошо. Снеткова Леночка. Была отличница, а стала двоечница. Ой, Зубарова Олечка. Двоечка. Шинкаренко Миша. Сколько ошибок, сколько ошибок, сколько ошибок. Твердая два. Ой, Лешенька Бланарь. Отличник. Двойка. Зинковский Александр. Единица. Знаете что? Знаете что? Дрянь. Знаете что? Коллеги, перестаньте. Что происходит? Объясните. Что происходит? Во было до. Пообещали путевку на Кипр тому учителю, который сможет в этом году выпустить наибольшее количество медалистов. Да. Да, я знаю, я сам об этом вам рассказал, но в чем проблема? Так вот, эта Елена Падловна хочет завалить моих медалистов по своему предмету. Да это коза это! Что? Ой, простите, Козовских Софья Николаевна хочет завалить моих медалистов по своему предмету! Коллеги, друзья, женщины, давайте мирно уладим эту ситуацию и договоримся, что с завтрашнего дня у нас не будет в школе никаких драк. По крайней мере, между учителями. Спасибо за поним... Я тебя порву! Я тебя порву! Что здесь происходит? Отпустите! Отпустите ее! Отпустите! Извините. Что здесь происходит? Тихо! Коллеги, объясните мне, что случилось? Я так понимаю, что со вчерашнего дня ничего не изменилось. Изменилось. Теперь эта коза угрожает моим медалистам, чтобы они отказались от своих медалей. Да потому что эта гадина подкупает родителей моих медалистов, чтобы те перевели деток в другую школу. Подождите, я все понял. Я открою все карты. Дело в том, что путевки никакой нет и быть не может. Это я ее придумал. Для мотивации. Надеюсь на понимание. Вот так вот, да? Хорошо. Да. Как у вас с силами, коллега? Ну? Только размялась. А, ну что ж. А почему вы так на меня смотрите? А потому что на нас подействовала ваша мотивация. Коллега, давайте вы покажете директору тот самый приемчик, от которого я орала полтора часа. Что происходит? Зачем вы себя снимаете?